Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FunCam. На обзоре мультимедийная система на базе Android от компании Gunbox на Lada Niva Legend. Модель L-Line с диагональю экрана 9 дюймов. Встает по штатным местам автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все выглядит достаточно аккуратно. Меняется полностью вся вот эта лицевая панель. Штатные воздуховоды переставляются, все функционирует, все работает. Также есть вот такие вот вырезы под управление кондиционером и переставляются все кнопки. Все также функционирует, все работает. Рамка выполнена из черного пластика с такой фактурой и достаточно хорошо сочетается с штатным пластиком. Магнитола работает на полноценной Android-системе, поэтому доступны все современные мультимедийные возможности, чего не было изначально в автомобиле. Теперь же здесь стоит полноценная мультимедийная система с большим экраном. Все работает достаточно быстро, плавно. Есть магазин приложений Play Market, откуда можно скачивать любое приложение. Также самые популярные здесь уже предустановлены, например, Яндекс Музыка, Яндекс Навигатор и множество других. Штатная радиоантенна подключается, все функционирует, все работает. Также есть эквалайзер для настройки звука с множеством настроек. По акустической системе здесь вообще не было ее. Поэтому мы установили два динамика в передней двери, и звук получился достаточно хороший. Также в магнитоле есть возможность подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки либо для громкой связи, и также подключение Android Auto либо CarPlay как проводным, так и беспроводным путем. Также дополнительно еще установили камеру заднего вида. Включается она автоматически при включении задней передачи. Имеет угол обзора 140 градусов, картинка HD. Есть настройки по яркости, цветности, контрастности. По внешним выходам в бардачок вводятся USB-порты, куда можно подключать флешки, жесткие диски с мультимедией, с музыкой, с фильмами и воспроизводить это все на магнитоле. И также дополнительно слот под сим-карту для подключения к интернету. К интернету вы сможете подключиться, либо установив сюда сим-карту, либо раздав его через свой мобильный телефон, через режим модема. Также на данный автомобиль рекомендуется докупать кнопки управления на руль, так как здесь нету никаких кнопок. И для более удобного управления магнитолой можно еще докупить кнопки управления на руль, либо еще подходит сюда джойстик, сюда подстаканник. Сейчас же все управление магнитолой идет в сенсорном варианте. Обращайтесь к нам в компанию, у нас вы сможете как приобрести, так и установить дополнительное мультимедийное оборудование для вашего автомобиля. Есть множество различных вариантов, более подробно о них вы сможете узнать у нас на сайте, либо обратиться к нашим менеджерам. Они вас проконсультируют и подберут лучший вариант. Также есть доставка по регионам с постоплатой, вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть собственная служба технической поддержки. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!